Сьогодні доброго суботнього ранку. Як завжди, по суботах 2 години будемо працювати саме в прямому ефірі. Будемо будити вас чашечкою кави, будемо разом співати з дуже цікавим гостем, з яким ми і обіцяли вам сьогоднішню нашу суботню зустріч. Але це все попереду. Нагадаю, номер телефону студії 638-638. Починайте нам телефонувати. Якщо телефонуєте з регіону, не забувайте перед номером телефону набирати 0482. Вже готуйте всі свої запитання, чітко їх ставте та уважно слухайте відповіді. Я впевнена, що сьогодні запитань буде дуже багато, бо у нас для вас сюрприз, який ми дуже довго очікували. Ми всім кажемо доброго суботнього ранку, і я зараз з нетерпінням чекаю на зустріч з гостем. Поїхали! Підходиш, береш кити та сміхаєшся, а я дивлюсь на тебе і думаю. Ти відкрила мої крила, для тебе моя мила, зламаю я себе. Ти повірила у мрію, повірила в надію, повірила в мене, річня. Надійся, я не з тих, хто буде ображати, хто буде від себе тікати, річня. Надійся, я не з тих, хто буде ображати, хто буде від серця тікати. Я пам'ятаю, як перше зустрів тебе. Мені одразу здалося, що це не випадку. Це було як у вісні, це було кохання з першого погляду. В моєму серці народилися слова, які я повторю знову і знову. Ти шатана і кохана, ти щира і нездоланна, ти вічна, як любов. Ти втомилася чекати, втомилася блукати в самоті, відчиняй. Не бійся, я не з тих, хто буде ображати, хто буде від серця тікати. Відчиняй, не бійся, я не з тих, хто буде ображати, хто буде від себе тікати. Після такої пісні продовжувати нашу програму. Сашко Порядинський, переможець шоу «Ікс-фактор» 4-го сезону. Сашко, доброго тобі ранку. Дякуємо за те, що ти сьогодні приїхав до нас, не дивлячись на те, що у тебе попереду дуже-дуже багато справ. Але ми тебе відпускаємо випити чашечку кави на декілька хвилин, щоб телеглядачі чекали з нетерпінням. Дуже тобі дякую. Шановні, суботній ранок продовжує свою роботу. Ми обов'язково зустрінемось за півгодини з Сашком, послухаємо ще його чарівний голос. У вас буде змога задати йому запитання. Телефонуйте зараз вже, а поки за традицією історична сторінка нашої програми.
Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій історичній сторінці я хочу нагадати вам про визначну подію, яка сталася 14 травня, а саме Євробачення. Наша українська співачка Джамала стала переможницею. Вона виконала пісню «1944». Тож зараз я пропоную вам згадати та послухати учасників від України за усю історію Євробачення. Що ж, знову поздравляємо нашу співачку Джамалу, вона дійсно молодець. І зараз час переходити до новин, і я передаю слово знову одному Саші. Доброе утро, дорогі телезрителі, і, естественно, сьогодні ми почнемо наш випуск, не ми, а я, почну наш випуск з самой яркой новості. День розової пантери відмічають на цій неділі. Напомним, что «Розовая пантера» – известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному мышлению, его юмор и позитивный настрой и стали главными мотивами для учреждения этой новой даты. А вот, собственно, и наша пантера явилась – розовая. Сашко, це Хто? Неймовірно. Сталося неймовірне, страшне. Крадіжка. Як в тебе з дедукцією? Ну, Шерлока Холмса читав, да. Сашко, знаю. от зараз, не час іронізувати, взагалі не час. Я розумію і всі знають, що 157 років тому виповнилось, ну, вірніше, бачите, як я розхвилювалася. Ну, все, давай. 157 років тому народився відомий шотландський та англійський лікар та письменник Артур Конан Дойль. Так, є таке, да. У свій час видавці ладні були заплатити чималі гонорари за публікацію нових і нових оповідань про незрівняного детектива, якого читав Сашко, а може й Сашка читав Шерлок Холмс. Ну, давай, вернемося все-таки. Да, Сашко, повернемося до моєї проблеми. Крадіжка. Так.
Хоча давай спочатку перевіримо дедукцію. Ну, давай перевіримо. Я жду великую игру. Это шахматы. Одна партия, один ход, и выживший один. И это тот самый ход. Место. Брикстон, Лористон Гарденс. Вы непревзойденный гений. Теория дедукции. Вот истинное мышление. Где взять ассистента? Вы ведь доктор. Даже военный доктор. Теперь о вашем брате. Телефон с выходом в интернет, с MP3-плеером, а квартиру в одиночку не потянете. Значит, подарок. Ваш почитатель поведал мне о вашем сайте. Мой почитатель? Вы блистательны. Граффити — это послание. Какому-то трейдеру в этом банке. Обнаружим его получателя и тогда... Тогда выйдем на отправителя. Точно. Рахе по-немецки месть. Она что-то пыталась сообщить. Да, спасибо за вклад. Кровь на правом песке. И? Ван Кун был левшой. Стрелять было бы затруднительно. Хозяин чаще пользовался левыми розетками. Бумага и ручка слева от телефона. Он брал трубку правой рукой, а левой записывал. Мне продолжить? Это было потрясающе. Сейчас кое-что вытащу. Не упадите. Он ключит. Что? Он ключищет. Ну и? Ну что у тебя украли? Говори, давай. Вот какие ты неуважный. Я ж сказала. Татьяна, это не новость, что я неуважный. Давай, я уже привык. Что украли? Поделай. Я же сказала, что вкрали. Мою, подкреслю. Статуэтку так. Оскара. Твою. Мою. Угу. А якщо я не казала про це, ти міг би і здогадатися. Ну, естественно, как это я не догадався сразу. І що? Да, з дедукцією у нас якісь проблеми. Угу. Значить, на місці злочину залишили так. Ось це. О, так. Все, поздравляю, преступление раскрыто. Это, судя по всему, это был человек. Ну, навіщо ти так? Скажи мені, от навіщо? Я тобі про проблему свою, про хвилювання. Я розумію. Добре, я погоджуюсь. Розумію, що краще було, якщо б я скористалася відкриттям фізика Джеймса Максвелла, який 155 років тому публічно продемонстрував першу кольорову фотографію. В якості об'єкта, ось бачиш, на світлині Максвелл брав бант з картатої шотландки на тлі чорного оксамиту. Але в мене немає ані банту, фотографії банту, ані фотографії злочинця. А ну... Що? Що? А ну, Сашко, приміряй-ка. Ну, давай, приміряй. Что? Что це? Это... Звідки? Звідки в тебе? Это мой звідки? Оскар. Оскар все так. Документально. І за що ж ти його отримав? Мабуть, за кращий мультфільм. А, ні, вибач. Кращі титри. Хоча стривай. Цієї ж номінації вже немає. Боже, як весело. Як весело. Ні. Это я получил за все, подчеркиваю, все твои капризы, которые я терплю от тебя. И, между прочим, мы с этим родственником ровесники, наверное. Потому что на этой неделе ему исполняется 87 лет. Оце точно. Да. С момента... Оце точно. Тихо. С момента первой церемонии вручения наград Американской академии киноискусства. И мне столько же лет, между прочим. И всего лишь за 3 месяца эфиров с тобой. Угу. Ну, Сашко, добре, не хвилюйся, дивись сюжет. Що? Який сюжет? Перше вручення премії «Оскар» відбулося 16 травня 1929 року в готелі «Роселвелт» в Голлівуді. Події першої церемонії вручення кінопремії передавалися по радіо, а починаючи з 1953 року – по телебаченню.
На відміну від більшості кінопремій, Оскари вручаються за результатами загального голосування членів Академії, а не за вибором журі, яких трохи більше 10 тисяч чоловік. Така демократичність свого часу принесла цій кінопремії заслужену популярність. Оскарівська статуетка з завишки 34 сантиметри і вагою 3 кілограми 85 грамів. Виготовлена зі сплаву Британія, покрита золотом і кріпиться на постаменті з чорного мармуру. Вона зображує лицаря з мечем, що стоїть на стрічковій бобіні. Згідно з легендою, творець образу Оскара Седрік Гіббенс накидав її ескіз в блокноті під час одного з нудних зборів. 5 авторів на підставі котушки представляють собою 5 відділів академії – продюсерів, сценаристів, режисерів, акторів і техніків. А ось хто дав ім'я лицарю з мечем, досі достеменно невідомо. За це право борються актриса Бетті Девіс, оглядач пресі Сідні Сколський та секретар кіноакадемії Маргарет Херік, яка говорить, що лицар на статуєтці викопаний її дядька Оскар. Під час Другої світової війни замість металевих статуєток використовувалися пластикові, так як будь-який шматок металу потрібен був на фронті. Після закінчення військових дій академія повернулася до золота. Кіноакадемія щороку, окрім своїх статуеток, замовляє ще 50 Оскарів додатково, щоб дефіциту не було. Адже, незважаючи на те, що існує всього 24 номінації, бували й випадки, коли премія за результатами голосування поділялася між двома акторами, сценаристами або техніками. Перераховувати основні номінації не будемо, всі їх знаємо, а ось зупинимося на спеціальних та застарілих. До спеціальних відносять почесний Оскар, що вручається за видатний внесок у розвиток кіномистецтва та за заслуги перед Академією. Першими таку нагороду отримали Чарлі Чаплін за геніальність та Волт Дісней за створення Мікі Мауса. Серед номінацій, що канули у літо, вас дивує нагорода за найкращі титри, яка, до речі, була вручена лише одного разу у 1929 році і викликала гучний скандал, так як кіногромадськість була обурена тим, що роботу кінематографістів порівняли з роботою редактора. Перейдемо до цікавеньких фактів з особистого життя лицаря Оскара. Б'юся об заклад, що ніхто не знає, скільки важить знаменита червона доріжка. Її довжина близько 150 метрів, ширина близько 10. Вона складається з декількох рулонів, кожен вагою 135 кілограмів, а загальна вага її – 5 тонн. До кінотеатру килим доставляється за 4 дні до церемонії на двох величезних вантажівках. Потрібні 2 дні і 21 людина, щоб розстелити доріжку. З тих, хто прогулювався на червоній доріжці, більш всього Оскарів отримав батько Мікі Мауса Волт Дісней. Оскари сипалися градом. Він отримував їх майже кожен рік, а всього 26 статуеток. Гадайте, що усі Оскари золота, а ось і ні. Великі статуї Оскара, що встановлюються уздовж червоної килимової доріжки висотою від 2,5 до 8 метрів і вагою до 550 кілограмів. І робляться вони зі скловолокна. Їх не прикрашають золотом, не в цілях економії. Просто спеціальна жовта фарба краще виглядає у світі софітів, ніж золота. А зараз пропоную дізнатися, кого ж золотий лицар полюбляє більш всього. Отримання Оскарів за ролі другого плану зробили Кевіна Спейсі та Анджеліну Джолі зірками першої величини. Найбільші номінації на Оскар отримували фільми «Титанік». Номінувався на 14 Оскарів і отримав 11. Фільм «Загадкова історія Бенджаміна Баттона та володар кілець Братства Кільця» були номіновані 13 разів, але отримали лише 3 та 4 нагороди відповідно. З акторів на Оскар номінувався найчастіше Джек Ніколсон, в цілому 12 разів, 3 з яких принесли йому перемогу. У актрис подібний рекорд поставила Меріл Стріп – 17 номінацій, 3 перемоги. Єдині актори, що номінувалися на Оскар протягом 5 десятиліть поспіль – з 1960 по 2000 роки – це Джек Ніколсон і Майкл Кейн. Том Хенкс отримував 2 рази поспіль Оскар і обидва рази за кращу чоловічу роль – Форест Гамп та у фільмі «Філадельфія». Першою чорношкірою актрисою, що отримала Оскар, була Холлі Беррі за фільм «Бал монстрів». Єдиний випадок, коли Оскар був привласнений за виконання в ігромовому фільмі ролі людини, в свою чергу, яка отримувала Оскар, мав місце, коли Кейт Бланшетт була нагороджена за роль Кетрін Хепберн у фільмі «Авіатор». Тільки 3 фільми удостоювалися великої п'ятірки Оскарів – краща картина, кращий сценарій, краща чоловіча, краща жіноча роль та краща режисура. І це «Пролітаючи над гніздом Зозулі», «Мовчання ягнят» та «Це трапилось одного разу вночі».
У 2009 році актриса Сандра Буллок поставила своєрідний рекорд. В один і той же 2009 рік вона була визнана найгіршою актрисою року за фільм «Все про Стіва», а на наступний же день кращою актрисою року за фільм «Невидима сторона», за що вона і отримала свій перший Оскар. З 1950 року існує правило, згідно з яким кожен володар Оскара не може продати свою статуетку за аукціону, не запропонувавши початкову ціну в $1 членам кіноакадемії. Ну, хорошо. Все. Предлагаю компромисс. Давай компромисс. Что? Ты до мене зараз звертаєшся компроміс? Ну, судя по всему, да. Жінка і компроміс. Ну, це як гарячий сніг чи порядний чиновник. Це оксиморон, Сашко. Ну, хорошо. Тогда не компроміс. Тогда давай соревнование. Ну от давай, у кого лучше новость, тот і получає эту статуэтку. Все, слабо, да? І хто в журі? Хто в журі? Оля і Аня, будете в журі? Да? Все, згодна. Ну, так. Починай, раз ти такий сміливий. А начну я з поздравлений юбіляра. На этой неделе 70 лет исполняется итальянскому актеру, кинорежиссеру Микеле Плачидо. Да, это тот самый смелый, бесстрашный, справедливый борец с мафией, комиссар Катани. Роль в сериале «Спрут» принесла ему международное признание. У 80-х роках він був, звісно, справжній кумир. Поставлю сюди, подалі від тебе. Тихенько. Але іменинниця моя і молодша, а її героїня Мілагрес, дівчата мене зрозуміють, може посперечатися з комісаром Катані за пальму першості. Ось вона. Дівчата і хлопці, 39 років тому народилася уругвайська актриса та співачка, виконавиця головної ролі у серіалі «Дикий Янгол» Наталія Орейро. І, до речі, своє кохання у серіалі вона, на відміну від інших серіалів, знайшла всього за один сезон. Подивись, яка красуня. Да. Ну, хорошо. Ну, подожди, ще соревнования не тільки починається, правильно? Ну, продовжуй. Итак, ти готова, да? Затамувала подих, давай. Да. Щоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Гениально. 968 лет исполняется со дня рождения персидского поэта, математика, астронома, философа Омар Хайяма. И хотя его крамольные философские высказывания повсеместно вызывали недовольство ревнителей ислама, он остался в веках благодаря своим четверостишьям, мудрым, полным юмора, лукавства и дерзости рубай. Угу. Общаясь с дураком, не оберешься срама. Поэтому совет ты выслушай, Хайяма. Яд мудрецом тебе предложенный прими. Из рук же дурака не принимай бальзама. Більшість глядачів можуть подумати, що Сашко от зараз обурений, да, Сашко? Я? Звісно, чого я тебе можу бути обурений? Обурений моєю цитатою. Ага. Але це помилка, так, Сашко? Помилка? Так, в чому подвох? Подожди. Ну, ти, мабуть, ось зараз мовчки намагаєшся сказати, що сьогодні... Да, ось так, мовчки, що сьогодні в Україні святкують День перекладача жестової мови. Жестової мови? Да. Ти ж вихована людина, тому виховані жести, будь ласка. Саме ці люди допомагають глухим і слабочуючим людям розуміти звернені до них фрази і вести діалог з оточуючими. І, між іншим, професія перекладача вважається однією з найбільш небезпечних для здоров'я. До такого висновку прийшли вчені Рочерстського технологічного інституту. Перекладачів жестової мови доводиться, ну, перекладачам доводиться постійно розмахувати руками, Сашко наглядно продемонстрував, та активно використовувати міміку. При цьому вони відчувають величезні фізичні навантаження. Чого не скажеш про Олександра? Да хто тобі повірить? Ніхто тобі не повірить, взагалі, насправді. Тому що у мене найбільш опасна робота.
Вот так, все звезды и карты об этом говорят. Мабуть, географичные карты? О! Кстати, спасибо, что напомнила. Ага. Да, это очень интересная новость, между прочим, так что считай, что я победил. Все. 446 лет назад в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас, состоящий из 53 карт большого формата. К каждой карте прилагался подробный пояснительный географический текст. И несмотря на ряд существенных ошибок в связи с крупными пробелами в географических познаниях и отсутствием точных карт, этот атлас стал для мореплавателей конца 16-го, начала 17-го столетий своего рода географической библией. Ну, а я продовжу. 92 роки тому в СРСР вийшов перший номер журналу «Мурзилка», який стає такою собі пізнавальною дитячою біблією. На його сторінках друкувалися кращі дитячі письменники. Самуїл Маршак, Корній Чуйковський, Сергій Міхалков, Борис Заходер, Агнія Барто, Михайло Пришвін, Костянтин Паустовський, Микола Носов, Юрій Корінець, Ірина Токмакова, Едуард Успенський. «Мурзилка» веде свою історію аж з 1879 року. Слухайте, Сашко, уважно, ваш улюблений журнал. Коли канадський художник і поет Палмер Кокс створив цикл віршів зі своїми ілюстраціями про маленький такий народець Брауні, невеличких чоловічків, родичів домових. Ну, з нечесним таким волоссям. У перекладі Брауні, народу Брауні, його люди перетворилися на Мурзилку. Тобто цей народець Брауні перетворився на Мурзилку. Ім'я-то переклали, але друкувати на кладинці радянського журналу, уявляєш, Сашко, домового. Ну, це якось дивно було. Тому Мурзилкою стає руде, безпородне цуценя. Але і такий Мурзилка проіснував недовго. В 37-му році з'явився новий. Пухнаста істота жовтого кольору у червоному береті і шарфі. Да, действительно, это мой любимый журнал. И не завидуй мне, Татьяна. У меня прекрасное детство и с журналом «Мурзилка». Да. Между прочим, он издается до сих пор. Выписываешь? Конечно же, конечно же. В 2011 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, между прочим, как журнал для детей с самым длительным сроком издания. За многолетнюю историю его выпуск не прерывался ні разу. Ну, слава Богу, слава Богу, гарне в тому. Фух, я би цього не пережив, я розумію, розумію. Своєю довгою історією, существування і популярністю можуть похвастатися і джинси, да, які от уже 143 роки побідоносно шагають по всьому світу. Перші запатентовані джинси були випущені в Америці чоловіком по імені Леві Страус в 1850 году и проданы по цене $1.46 за пару. Конечно, я купил еще, они не были таким раскрученным брендом, естественно. Я разумею, разумею. Хочешь, покажу? Давай. Я сейчас могу разбогатеть, продай, если я им... Поділишся зі мною, продовжуй, будь ласка, я хочу почути, що там. Итак, вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный деним, то есть из Нима, французского города такого, если ты не знала. Спасибо. Краска индиго, которой окрашивалась ткань для брюк Levi's, готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Немецкий химик Адольф фон Байер в 1878 году изобрел синтетический заменитель индиго, что значительно сократилась себестоимость джинсов. В 1926 году появились джинсы с молнией на ширинке. В 1981 году Levi's впервые выпустили джинсы для женщин. Между прочим, ну вы помните, да, это? С каждым годом появлялись все новые технологии. Джинсы стирали с пемзой, мочили в кислоте, отбеливали. До речи про отбеливание. Я візьму в тебе цю естафету про відбілювання. Так. Щоб воно було комфортним, Олександре, тримаємо, будеш записувати. Бо так, ти пам'ятаєш перші джинси, то, мабуть,
трохи з пам'яттю якісь можуть бути проблеми. Так, щоб, добре, продовжую. Щоб воно було комфортним, 124 роки тому доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти. Вашингтон Шеффілд? Шеффілд, да-да-да. Шеффілд, двома F. Запишу. Він почув про одного американського художника, який ще у 1840-х роках зберігав свої фарби в олов'яних трубочках. Вашингтон подумав, трохи модернізації, і їх можна використовувати для зберігання зубної пасти. Але винахід він не запатентував, Олександре, не запатентував. Угу. Чого не скажеш про аптекаря Колгейта? Він швидко прийняв практику упаковки в туби всілякі мазів і кремів, а також став володарем прав на цей винахід. Поступово олово, з якого робилися перші туби, замінили на алюміній і пізніше на пластик. Зубна паста стала першим продуктом, який був упакований в цю тару. Першим. Першим. Хорошо. 135 лет назад в Германії було відкрите пасажирське движення на першому в мірі трамваї. Инженер электрической компании Вернер фон Сименс представил на берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу – электролокомотив с вагонами. Это изобретение стало сенсацией. Помнит? А как же, конечно. Вы помните, вы все, конечно, помните. Так вот, поезд из трех вагончиков вмещал 18 пассажиров и двигался со скоростью 7 км в час. Швидко. Да, я на первом сиденье сидел. Очень экстремально было. Многие посетители выставки проявили желание совершить поездку в этом удивительном поезде, который двигался без пара и помощи лошадей. Отправной точкой для этого открытия стало то, что к концу 19 века уличное движение в центре Берлина сильно затруднено было, так как население города насчитывало более 1 000 000 человек. Все, ответить нечем, Татьяна. Вы, почекай, стривай. Десь я це вже чула про Германию, десь я вже чула, десь. Еще в середине 19 века Германия была аграрной страной. Узкие улицы. Картина менялась. Рост капитализма. У Круппа работает в 1845 году 122 человека. В 1871 году у Круппа работает 16 тысяч человек. 1913 год у Круппа работает 18 200 человек. Сэр Джонс, ваша карта бита. Сдавайтесь. Товарищ майор, нарушитель скрылся. Ну и... І що це значить? Ну, це означає, що ваша карта біта. Ні, подождіть, секундочку, да. ще одна новость. Ну, давай. 94 года назад в СССР создана піонерська організація. Помните девизы? Бороться, искать, найти и не сдаваться. Тетяна, ну помните, вспоминайте, ну, давайте. Ну, це у вас гарна пам'ять. Із іскри возгорится пламя. Ну і, звісно, піонери в боротьбі за діло комуністичної партії. Будьте готові, що ми відповідали? Ну, а ви що відповідали? Я не успів. Всегда готов. Ха-ха-ха. Але Оля, як голова журі, ми зараз так вирішили, вона голова журі, вона... Танечка, по заслугам. Дякую. Саша, прости. Дякую. Сашко. Ой, и самой легче стало, Танюш. Это несправедливо. Нас больше. Нет, это несправедливо. Сашко, дякую маме. Да? Поэтому в детстве было так здорово. Ну, потому что было понятно, что хорошо, что плохо. Ну, как вот, выучил ты уроки, да? Молодец. Бабушку через дорогу перевел, да умничка. Мячиком разбил стекло, плохой. Логично. А сейчас... Сделал ты одной женщине хорошо, а другой от этого плохо. А ты вообще все делал для третьей. Да, вот. А ей все равно. Как-то все запуталось. Что запуталось? Перевести бабушку через дорогу до сих пор хорошо. Да. Вон, иди переведи ее, да, через дорогу. Иди, сразу успокоишься. Не скажи. Может быть, я ее перевел, а ей не надо было этого. А мне туда. Послушайте, недоброе дело надо сделать, бабуля. Да мне туда. Да не надо вам туда, бабушка. Или, например, это не та бабка. Плохая. Бабуля.
И не надо ее через дорогу переводить. А хорошая где-то стоит на другом переходе и ждет тебя. А ты здесь эту старую гниду взад-вперед попереваешь. А еще хуже, если ту хорошую, то тебя уже кто-то перевел. И может быть человек был плохой, и сделал это формально, для галочки. Но он сделал хорошее дело, а ты нет. Сашко, розумієш, несправедливо, несправедливо, розумію, коли ти допомагаєш людям похилого віку, збираєш макулатуру, металобрухт, робиш різні добрі справи, але тебе все одно не приймають у піонери. Оце, а Оскар – це справедливо. А так, все одно не дадите Оскар. Вот, ну не Нет? плачь, у тебя еще столько лет впереди. Не переживай. Ну, хорошо, хорошо. Да? Ладно. Согласен. Танечка, да. Побудь со мной рядышком, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Ой, ты знаешь, сегодня, мало того, что у нас гости, ну, такой звездной величины мы Хвалишься. Тоже. Да, я хвалюсь. Но я, знаешь, еще чего больше волнуюсь? У нас пропажа. Вот мы Митики то... Оскар да, знайшли? Да, знайшли. Знаешь, а вот для маленького друга, который потерялся, мы не можем найти родителей. Знаешь, кто? Мы сейчас будем показывать, и вот наш маленький друг, его Марсиком зовут, просит о помощи. Я Марсик, породы русская цветная баллонка. Мне приблизительно 3 года от роду. Прошлой зимой оказался бездомным. Травмировал лапу, едва не погиб. В ту критическую ночь меня подобрали добрые люди, согрели, накормили, подлечили, привели в достойный вид и простерилизовали. Я очень ласковый, добрый, люблю купаться в ванне, не обижаю котов, но не пускаю чужих людей туда, где живу, предупреждая лаем о том, что укушу. Но, к сожалению, мои спасатели со своими человеческими обстоятельствами больше не могут меня передерживать, и мне срочно нужно найти новых родителей. Я очень опять боюсь оказаться бездомным, потому что погибну. Где вы, мои добрые и любящие? Возьмите меня ради Бога. Оплачу собачьей преданностью и любовью. Я очень вас жду. Меня зовут Марсик, и я потерялся на поселке Котовского. Может, услышат родители номера телефонов на экране. Вот я так сподіваю. Сегодня. Мы еще в продолжении программы нагадаем. Так. Нагадаем, что Марсик чекает на своих батьків. Олечка. А щось у тебе ще є щось таке цікаве? У мене є, щоб трошечки тебе розрадити. Ну, давай, чуть-чуть. Трошечки розрадити, давай. Я запрошую тебе на весілля. Ого! Ходімо? З утра? Горько! Гірко! Їм! Гірко! Поїхали на свадьбу. На одеського глядача чекає справжня комедія положень від молодого режисера Олександра Іваненка. Антрепризна вистава «Люкс для наречених». Актори обіцяють, що всі гості залишаться задоволеними. У шоці буде тільки мама. Колоритний образ тещі на сцені втілюватиме незрівнянна актриса Ірина Токарчук. Всі мами, які вложили гроші в цю безумну свадьбу, і вона рушиться, мама, звісно, сходить з ума. Поэтому маме уже все равно уже что-то надо спасать. Либо деньги, либо там. А о счастье дочери уже как бы не думается в такой момент. Потому что, ну, то есть это как комедийный образ такой тещи, которая готова и убить жениха. И тут же она его только... Тут, в общем, это такой очень... Очень такой, не дай бог, такую ситуацию попасть. Я представляю себе маму, которые готовы рвать на себе последние волосы вообще. Которые уже вместо дочери готовы идти стать под венец. Очень бы хотелось, чтобы она была не похожа на те другие роли, которые я играла. Хотя я уж очень много сыграла мама, одесситок, там, на всю голову женщин. Вот, хочется немножко, чтобы другая была. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на репетицію гучного весілля. А що з цього вийшло, ми зараз і покажемо. Отже, знайомтеся, щасливий наречений та його тендітна, розлючена майбутня дружина. Ти! І що тут відбувається? Алекс, відповідай! А? Макс, відповідай! Никакой свадьбы не будет, пока я не разберусь, что здесь происходит и почему все как будто посходили с ума.
В общем, Алекс попал в очень затруднительное положение. Сам виноват. Та девушка, которая была здесь... Которая? Алина. То есть, нет, Полина. Нет, Алина. Алина. Она на самом деле не горничная. И кто же она? Она его любимая девушка. Вот, спасибо. А я думала, что да, другая его любимая девушка. Ну, она тоже. Что тоже? А она вторая его любимая девушка. Да. Дело в том, что он сам не знал, какая из них придет на свадьбу, так он пригласил двоих. Боже мой, ну как же так получилось, а? Я вспомнила, что у меня есть знакомая Марта. Миниатюрная такая девушка, с таким сладким голосом, с красивой внешностью, но с таким железным стержнем. И я еще, кстати, читала в интернете значение имени Марта. Вот как будто бы вот точно с этого персонажа снят. Это волевая женщина, которая совершенно не доверяет интуиции, только разуму. Вот. И очень расчетливая. Вот. И это, может быть, мне где-то подсознательно помогло. Мне так хочется верить, что все равно где-то сердце, ведь оно есть, и есть чувства и эмоции. И все равно рано или поздно, как бы не пытался ты разумом перекрыть звук сердца, он все равно, сердце прорывается. Владимир, расскажите о вашем персонаже. Почему он оказался в этом люксе и не с невестой? Ой, на самом деле история очень запутанная, интересная, но это, по сути, правда жизни. В ней может оказаться любой. Вот. Да, как говорит мама, не дай бог. Две судьбы, которые были разделены и существовали, скажем, в разных точках мира. Но вот это вот притяжение какое-то внутреннее, вот это вот, наверное, сила любви какой-то, сила чего-то светлого, все-таки соединила. А доки наречений випробовує на міцність свій потенціальний шлюб, усі удари долі приймає на себе друга відповідальна після нареченої особа Шафер. Ти зустрічила другого парня? Хто? Я його вб'ю! Так, я тобі більше нічого не розкажу, ти починаєш? Ні, ладно, хорошо, я спокійний. Я спокійний, так. Да. Молодець. Що було далі? Важнейшее событие произошло не с тобой, а с ним. Ты думаешь, что ты говоришь? В общем, закручивается ситуация лихо, интересно, и казалось бы, что вот они уже на грани, они уже в пропасти, но в финале все разрешается и заканчивается хорошо, и главное, что каждый находит свою любовь наконец-то. У Вирі подій своє щастя несподівано знайде і таємнича незнайомка, з якої прокидається зранку наречений. Це героїня чарівної актриси Олени Ященко. Це дівчина, яка відчаялась в пошуках своєї судьби. И вот так случилось в своей жизни, что она встречает парня, в которого влюбляется, и у которого свадьба. Но так получается, что любовь сильнее всех этих обстоятельств, и в итоге они остаются вместе. Поэтому это счастливая девушка, которая в итоге находит своего того одного единственного. Допомагає героям розібратися у своїх почуттях безпосередня та говірка покоївка найромантичнішого готелю у світі «Стріли Амура». Вона учаслива. Є такі люди, вони дуже учасливі, і їй до всього є діло, навіть коли її не просять і не требують. Вона говорить, що це лишнє, але найголовніша її задача – це допомогти і розібратися в ситуації. Емоції будуть настільки палкими, що співчуватимуть героям навіть фігурки на весільному торті. Я сочувствую більше Максу, вот так как я играю роль жениха, там как бы на свадебная фигурка жениха, и я должен прекрасно понимать главного героя, что он чувствует и так далее. Поэтому, ну, я бы в такой ситуации был, ну, я не знаю, что бы делал. Ты мне выдал, что ты встретил меня, свою судьбу. Я, конечно, понимала, что это все с пьяну, но ты сказал, что это, что есть единственный шанс это проверить. И... Поцелуй. Нельзя. Нельзя.
прийти на весілля, коли вас запрошують, просто неввічливо. Так що приходите, не пожалієте. Приходите. Когда? 20 и 23 апреля у нас в Еврейском культурном центре в 19:00. Ваш герой спасет всю свадьбу? Ну да, я надеюсь. Кто-то, конечно, успел посмотреть в апреле, а кто не успел посмотреть, приходите 23 мая, потому что на свадьбу, ну, опоздать можно, но не нужно. А если вы опоздаете, ее сыграют на бис. Ну, вот такая у нас сегодня свадьба. И я сейчас, ну, с огромным удовольствием и таким трепетом, ну, и завистью, скажу честно, слово передаю нашей такой субботней гостиной. Танечка, да, у тебя, Олечка, в гостях, я, да, знаю, кто. Да, Олечка, дякую. Зараз ми скажемо нашим глядачам, нарешті ми відкриємо цю таємницю. А взагалі-то, яка ж таємниця? Всі знають, що на сьогодні у гостях Сашко Порядинський, переможець 4-го сезону «Х-фактору». Вітаємо, Сашко, в нашій студії. А давайте для початку згадаємо, як все починалось. Хто скаже, як, хто скаже, де любов у світі живе? На землю, звідки ми приходимо? Я чую, як, я бачу, все навколо нас живе. Як пахне осінь за моїм вікном. Я знаю кольору, якого твої очі мозимове небо. Не плач, не плач, не плач, не плач, тато. Я буду, буду, буду поруч завжди. Я знаю, як буває тобі важко. Плач, не плач, не плач, не плач, тато. Ви бачите це, так? Не плач, не плач, не плач, не плач, тату. Твоє велике серце більше неба. Ти знай, що я люблю тебе так само. Ти знаю, більшого тобі не треба. Я розкажу тобі, що часом на моїй душі. Я знаю, тільки ти все зрозумієш. І чую, як змиває дощ без вороття роки. Але для мене ти не посвієш. Знай кольору, якого твої очі мозимове небо. Ви просто можете не пишатися. Плач, не плач, не плач, не плач, тату. Твоє велике серце більше неба. Ти знай, що я люблю тебе так само. Чого тобі не треба? Мені не треба. І вас просто вітаю. Молодець, молодець. Молодець, молодець. Молодець. Те, що вони скажуть, що вони можуть сказати. Дійсно,
що можна сказати, я трошки сльози стримувала, але, мабуть, розридаюся в кінці програми, коли ви будете співати. Сашко, як ваша кар'єра зараз? На якому вона етапі? Яке творче життя вирує? Ну, на якому етапі? Не знаю. Є етапи якісь, то скажіть, названня, а взагалі... Що займаюся там, у мене зараз, саме зараз тур по Одеській області, там сьогодні там Теплодар, завтра Граданіці, там 24-го в Одесі будемо, кстати, теж в Єврейському культурному центрі, так. Да. Як ось пройшло 3 роки після проєкту, що змінилося? Що змінилося? Я за 3 роки встиг вступити, закінчити один навчальний заклад. Ну, там я навчався в ліцеї, коли був на X-Factor, да, ліцеї, там, при інституті імені Гоголя. Закінчив, потім... Давайте поступив, всі тайні. Потім поступав в Глієра, не поступив, там, щось не вийшло у мене. Так. Не набрав балів, потім поїхав в Чернігов, вчився на, там, на класичному. А пісню про батька заспівали цим черствим людям у Глієра? Співали? Та ні, ні. Треба заспівати. Не? Ну? Обов'язково. Заспіваємо, ще прийдемо. Тато ж там же якийсь в комісії повинен бути. То він раз. Ні, ні, не було таких. Ну, в комісії були ж такі, у кого є тато? Ну, о, бачите, да. Ми зараз з вами тут це розплануємо. Так, що, що ще у вас? Потім я поступив в Чернігів. Теж на академічний там спів. Провчився там півроку і закінчив навчання. Так. Ви дипломований спеціаліст? Взяв академвідпуск. Трошки для чого? Відпочити? Да, творити? Ну, там... Більше з другої причини, але, ну, да, більше творити. Давайте так будемо. Творче життя, воно покликало, да, і да. Ви пішли. Абсолютно правильно. Сашко, розкажіть, будь ласка, от перші гастролі, якими вони були? А, кстати, я вже ж тут не перший раз по Одеській області я гастролюю після X-Factor. X-Factor я вже був тут. Так ви земляк наш. Літом. Ні, я не земляк, не це, не накручить. Я з Чернігівщини, з Чернігівщини, да. Ну, взагалі, ну, то есть я вже тут не перший раз, і мені подобається. Це, ну, тут я перший раз на морі побував, да. Ну, і то так, заїхали ми там. На 2 години там подивитися, там, по-моєму, в затоці були, щось таке. Ви купалися? Так. Да. Як? Це нічого, нормально. Ні, я не пробував, ми ж купалися. Так, перші гастролі, саме коли виходили? А, перші гастролі. Перші гастролі, давайте, так. Перші гастролі, це у нас був тур після X-Factor, зразу у нас було, по-моєму, 8 чоловік, ну, не 8 чоловік, 8 учасників. 8 учасників. І це були я, Тріуда, Гладир, Дар'я Ковтун, Данило Рудінський, кстати, який сам же ж Рудінський, знаєте, да? Він з Котовська звідси, да. Ми з ним дуже гарно спілкувалися, коли були на X-Factor. А потім ще хто з нами був. Тут я підказка з залу. Все були. Мостовий був, так. Да. Так. Да, мостовий точно був. Так, і, ну, це був перший тур, це в нас було, там, по-моєму, 17 міст України. Це, ну, там великі міста, обласні центри. Не всі війшли, але... Так, Одеса точно була. І Одеса саме тоді, по-моєму, виступали. У вашому самому головному залі, так? Да? Це наша Палац спорту, ні, Мускомедія, десь. Ну, це Мускомедія. Мускомедія. Да, оце воно. Там дуже класно нас зустрічали, все так красиво було, дуже круто. Я пам'ятаю це зараз, да. Тому ще трошки там по городу погуляли. І ось ви вийшли на сцену, і що ви перше побачили? Щось так ви сподобалося? Коли ми?
Ну, ось ви перші гастролі, ви виходите на сцену. Ага. Що, як вони відчуття на одеській сцені були? На одеській сцені, як думає, як відчуття? А кажете, що ви до тебе з Чернігівщини, бачите, щось є з Одеси. З Одеси, так. Да. Сашко, скажіть, будь ласка, ось під час концерту, який у вас улюблений момент? Може початок, може середина, може фінал, може аплодисменти, квіти. Що вам більше подобається? Мені, ну я не знаю, так би, щоб особа, знаєте, що там щось виділить. Мені подобається взагалі цей процес, це все дійсно. Угу. А як фанати? Є? Ну, напевно, є якісь. Що ж це значить, мабуть, є. Що ж це таке? Сашко, ви тут вже не перший раз. Да. Ну, щось дарували. Квіти, кричали: «Сашко, ти кращий! Ми любимо тебе, Сашко!» Да. Було? Таке було, звісно, да. Абсолютно. І ви тут не все розповідаєте, але я ж все-таки з'ясую. Сашко, що чекати одеситам? Ось якийсь сюрприз, якась нова програма. Розкажіть, будь ласка, що буде співати? А що буду співати? Співати я буду пісні, які ви чули на X-Factor'і, пісні, які сам написав, до речі. Так. Вже переписую. Тобто я спочатку там написав 3 пісні, ну так, як вийшло. Ну, а зараз я їх переробляю там, щоб було класно. Ну, це відчиняю вже, вже готово. Сашко, ну, давайте. Хто є музею? Музею? Хто вона? Ну, вона однозначно. Вона? Да. Це, добре, це з'ясували, так. Я ж з'ясую, я ж буду вас допитувати, поки ви мені не скажете. Хто вона? Да. Ну, все, да? Вона – це да, вона. Да. Ага. Ти хтось сміється, чи що? Це, так. Да. Це ви дуже подобаєтесь нашому режисеру, вона у захваті. Ви так лаконічно відповідаєте, знаєте, як Пушкін сказав, кратка сестра таланта. Ви так раз, вона це. Сашко, що в Одесі вам подобається і що б ви побажали одеситам, які прийдуть на ваш концерт? Я так не особо роздивився, якщо б там хтось екскурсію провів, я б не відказався, звісно. Дорогі глядачі, Сашко Порядинський у нас в Одесі, він готовий до екскурсії. Він вже написав 3 пісні. Можливо, під час екскурсії щось і заспіває. А що одесити? Що ви побажаєте нашим одеситам? Ну, що побажаю? В першу чергу я побажаю миру. Миру душі, миру в сім'ї, миру в Україні. Ну, любові. Так. І все остальне буде класно. Як дівчата в Одесі разі сказали про любов? Краще, ніж в інших містах? Ну, в Одесі я ще не був. Ну, так. Сьогодні, тобто. Угу. Ніхто не приставав. Ні? Тоді це ж де ви ходили? У нас такого не... Це як, ви йшли, ніхто до вас не підійшов? Це десь ви не там йшли, Сашко. Да? Ну? Треба знати, де ходити. Ну, звісно. Ви ж були на пляжі. Ну, де? Дівчата, вони вже прийшли і готові ось знайти того самого. Де ж це ви були? Ну, на пляжі я не був. Я ж з Бльовки їду. Сашко. Зранку самого. Сашко, ви повинні нам пообіцяти, що обов'язково роздивитесь одеситок і в наступному інтерв'ю нам розкажете. Хорошо, розкажу обов'язково. Сашко, ну давайте, поки ми не роздивилися, давайте послухаємо. Ви заспіваєте нам? Так, звісно, заспіваю. Заспіваємо. Давайте я допоможу вам від... Заберу ось мікрофон. Єсть. Ось так у нас таємничий мікрофон з чашки. Здесь нам.
как время прошло. Чары силы теряют и превращают жемчуг в стекло. Как пусто в душе без миражей, без волшебства. Дякуємо вам. Сашко, я думаю, що треба на екскурсію по Одесі таку пісню. І всі дівчата будуть раді вам показати Одесу. Олечка, я передаю тобі слово. Ой, Тань, мені, як завжди, самая непроста роль сьогодні випала, на самом деле, після настільки душераздирающих пісень, душещипательних, таких нежних, таких, ну, просто я не можу подобрати слов, продовжати наш розговор. Я хочу пообіцяти нашим телезрителям, що обов'язково ми ще в час нашої програми сьогодні встретимося з Олександром, поки буквально ще на полчасика разрешим ему удалиться, но ненадолго. А пока мы вместе с вами будем продолжать экскурсию по аристократическим стежкам, скажем вот так. И зараз я уже с задоволенням великим вітаю в студии нашу гостю, другу уже нашей программы, а саме Ксению Миколаевну, принцессу Чарторийскую де Лузіньян. Доброго ранку, Ксения Миколаевна. Доброго ранку. Дякую за те, що завітали. Будемо продовжувати наше з вами знайомство, будемо мандрувати стежками. Дворів, аристократів, рицарів, ну і зі всіма, що з цим пов'язане. І, ну, знаєте, а давайте зараз, буде в мене таке питання. От я думала, міркувала собі, і ми кажемо, дворяні, аристократи, як впізнати аристократа? Що з цим пов'язане? Може, щось за якимись такими прикметами щось побачив та впізнав, що саме ось аристократ. Як? Хороший вопрос. Дело в том, что очень многие дворянские собрания задаются таким вопросом, как вот с первого взгляда. Есть, конечно, утонченные черты лица, на что обращают внимание. Есть очень много методик. Ну, например, я все-таки как адвокат придерживаюсь документальной точки зрения. Давайте по документам начнем. Вот по документам. А что бежала уже, Ксения Николаевна? О, кто-то штука хочет, какая-то уже первая какая-то пошла, да, на выход. Это Витольд Чарторийский. Ага, это раньше, уже ваши, ну, это предки. Может, да, да, это косвенные доказательства фотографии. То есть, а есть прямые доказательства? Прямыми доказательствами у нас являются документы с архивов и документы, которые хранятся в личных архивах людей. Если, конечно, после 1917 года не было такого, что люди уничтожили свои документы. Например, вот есть экспертиза, да, то есть краезнавческого музея, в котором как бы вот это тоже как бы является доказательством косвенным. Сейчас будем Рушник. Все показывать. Рушник, боже, сколько же ему лет-то? Ну вот здесь можете почитать в экспертизе, дата изготовления крестильного рушника относится приблизительно к первой половине 18 столетия, более точнее к 10-30 годам. Ого! Так это мы сейчас вообще к истории это раритет, да. Прикасаемся. Можно потрогать, да? Конечно. Смотрите. Это крестильный рушник. Середина 18 века.
Угу. И получается, здесь есть гербы. У других родов тоже есть приблизительно такие рушники и тоже вышитые гербы. Это принадлежность к княжеским родам. Вот гербы. Где ж такое найти можно было, Ксения Николаевна? У бабушек нужно находить. Почаще к бабушкам в гости приезжать, да, сундуки так, вместе с ними складываем. Просматривать. Складываем, тут аж страшно притрагиваться на самом деле. Ну, ткань это такая старинная, плотная, что старинная и не скажешь, что сколько, 200 лет, да? Да, даже больше. Больше, да? Больше. Так, дальше. Показывайте. Лабораторное исследование, заключение Института экспериментальной медицины. Это мой супруг делал еще в советское время, обращался в органы для того, чтобы в Синявском замке как бы взять образцы и по этим образцам сделать медицинское заключение лабораторное. И вот это подтверждает того, что те, которые черторийские, лежат в том склепе, и он как бы это... Самые ближайшие родственники, очень большой процент. Кстати, во время, когда брались образцы в склепе, был взят вот такой камень. Его уникальность заключается в том, что, если кто-то помнит историю, у Гедимина под троном был камень особенный. Да? И вот когда он умер, его наследники, внуки, то есть разбили этот камень, и каждый по своим замкам как бы... Разобрал, да. В Синяве тоже, и Меджибаже, сначала Меджибаже, потом это перебралось в Синяву, был такой камень, он и есть. И вот, здесь прожилками золота. Да. И почему Богдан Хмельницкий очень много и часто брал Меджибожский замок? Именно из этого камня. Потому что по легенде считается, что короноваться может именно на этом камне. Ну, этот кусочек, когда брали в Синяве в склепе образцы, то есть просто откололи на память супругу о том, что вот это его предки. Это его предки. Ну, на самом деле золотые прожилки очень-очень хорошо прослеживаются в данном да, осколке. Да, сейчас там музей. Дальше листаем. Я взяла несколько документов для того, чтобы было видно, какими документами подтверждается дворянство. То есть это может быть выпись вот, о том, что, ну, об утверждении. Это может быть диплом, но это уже выдан... Ну, современный, да, я смотрю, да? Да, это российское дворянское собрание, выдано по документам, да. Дальше свидетельство. Угу. Это вместо копии протокола выдается свидетельство тоже. Это уже Одесское дворянское собрание. Позаседали. Да. Вот это что-то старенькое. Да, это старенькое. Это выпись из метрической книги. Да. Вот так она выглядит. А вы подержите немножко подольше, чтобы наши телезрители могли рассмотреть. Угу. Это на Михаила Викторовича, это дедушку Алексея Викторовича. Так, кладем обратно. Чтобы, потому что тут на самом деле я могу сказать, просто многие спрашивают, хоть как они выглядят. Документы очень-очень-очень хрупкие, скажем так. Вот поэтому... Да, тут старая бумага. Вот метрическая выпись. Давайте вот так она выглядит. Будем показывать. Угу. Вот нам Евгения попросим, он нам покажет 2 секунды пока. Не видят еще. Вот так видят телезрители. Давайте дальше. Что? Тоже документом, который что-то подтверждает, в котором может быть написано сословие, является свидетельство не только о рождении и бракосочетании, но и свидетельство про разлучение. Да? Но это уже советских времен, но здесь видно черторийские. Да, да. И год, где у нас год указан, 1928. Ну так, на минутку, да. Дальше, справка. Так, это справка. Мы сейчас говорим о всех документах, да, Ксения Николаевна, которые подтверждают аристократическое прошлое, скажем так, да, и будущее, это прямые и нынешнее. Документы, прямые. Которые могут подтвердить, потому что есть архивные справки. Еще я там покажу, как пишется архивная справка, ну, запрос в архив, да. То есть тут иногда бывают документы, целое, вот смотрите, если документы там почти уничтоженные, они потрухли или же подгорели, то вот рекомендуем как бы все-таки ламинировать эти документы для того, чтобы можно, ну, хоть что-то уже сохранялось. Потому что если вы перейдете в архиве, там тоже есть такие дряхлые документы,
документы, их просто не дают на руки. Вот я недавно уточняла у девочек в нашем одесском архиве, они сказали, что только 1/3 перевели в электронный вид, и то оно еще на сайте не выставлено, просто у них формируется база. Поэтому, когда выделят средства государства для того, чтобы архив перевести полностью в электронный вид, пока неизвестно. В любом случае, да, электронный вид – это хорошо, это уже как констатация факта. Но исторический документ держать в руках, которым больше, не знаю, 100-200 лет, это немножко другое очень ощущение, я вам могу сказать. Поэтому... И поскольку Украина у нас была и под Российской империей, и под Польшей, под Австро-Венгрией, то вот документы могут быть там на польском, на венгерском языке. Сейчас. Вот так вот выглядит, но это уже ксерокопия, да? Да, вот тут что-то у нас вот такое тоже это есть. Это завещание Николая Дамчарта-Рыльского, на своего брата Михаила, да, то есть завещает. Вот так оно раньше выглядело. Давайте мы покажем, вот так покажем, чтобы, потому что все-таки не каждый день пытаешься сталкиваться с такими документами. И хочется, чтобы наши телезрители понимали все-таки, что это на самом деле существует, что это есть, и что если задаться целью, то это можно найти. Когда нам приносят документы, ну, в принципе, мы понимаем, как должны выглядеть документы, но если есть подозрения, мы можем заказать экспертизу на проверку, действительно ли бумага принадлежит, там, действительно ли там, краска, чернила принадлежат именно к таким годам. Так, это уже перевод просто сделанный. Понятно, это что опять у нас такое желтое? Это вот свидетельство о бракосочетании, давайте венчании. Давайте я буду показывать. Это у нас год здесь. Это Николая, да? 22-й. Да, правильно, да, да, я понимаю? Ну, это было на территории, да, сегодняшняя Украина, но это было Австро-Венгрия раньше. Это Западная Украина. Так, увидели, да, наши телезрители? Да. Дальше, вот так выглядит, как пишется запрос в архив по поводу своего родственника, по которому вы хотите получить информацию. Кстати, вы можете подойти в архив, вам дадут вот такой бланк, вам просто нужно знать, что нужно заполнить. Нужно заполнить как бы дату рождения, если вы знаете, нужно место, где он родился, и тогда вам смогут как бы предоставить информацию. Информация обычно берется из метрик, из книг религиозных. Так, то есть это положу. Или же православные, католические, лютеранские, еврейские. Кстати, вот наш сегодняшний архив, он до 1800 года хранит информацию не о всех районах Одесской области, потому что часть была уничтожена во время войны, а часть при эвакуации их просто в Саратов эвакуировали. И поэтому можно просто, если очень дальняя информация, писать туда. Замечательно. Это то, что касается жителей Одессы и Одесского региона, да. Правильно? Если же ваш предок проживал в другом регионе, есть предположение, какая губерния, ну, например, Елисаветградская губерния, это сегодняшняя Днепропетровск, точнее, Днепро, да? Вот это как-то там уже позавчера. Да, пару дней, когда. Да. Есть уже такая информация. То есть узнаем, как сегодня называется эта область, которая раньше там была губернией, и посылаем туда запрос. Есть такой вариант, очень часто посылают запрос, например, на Соломенскую 24, это общий украинский архив, или же, если это в Россию, то в общий федеральный архив Москвы, а дальше или же там что-то подтверждают и выдают архивную справку, или же говорят там, что нету, или же пересылают в другой архив, как бы со ссылкой, где возможно еще подать запрос, чтобы получить действительно ответ. Справочки платные в архиве по генеалогии. Бесплатные архивы предоставляют данные только по социальным вопросам, там военные, трудовые. Как бы. А что касается генеалогии, эта справочка, если не очень быстро, в течение месяца, это, по-моему, стоит 103 гривны, если ничего не поменялось. И 150 гривен – это ускоренный вариант справочки за две да, недели. Мы не самостоятельно это делаем. Мы в любом случае обращаемся в архив, и уже архив мы оставляем в нашем архиве. Да, то, что мы бы хотели. Да, и уже наш архив дальше подает... Или человек может удешевить процесс, просто прийти самостоятельно в читальном зале эти все описи
пересмотреть. Угу. 5 дел только в день разрешается. В любом случае... И потом заказать нужную справочку. Вы знаете, в любом случае потребуется консультация специалиста по одной простой причине, что не всегда ты понимаешь, куда смотреть, чего смотреть, что писать там в том документе. 15 можно бланков испортить перед тем, как один правильно напишешь. Поэтому уже на самом конечно, деле, если задался да, этой целью... лучше обратиться к сотрудникам архива. Они знают, где искать, как искать. Это будет намного быстрее, чем человек сам будет там искать. Косвенными, кстати, вот доказательствами еще являются фотографии. Вот мы не досмотрели. Да, давайте дальше. Просто мы дали такой перерыв нашим телезрителям. Фотографии. Ну, ого. Это на дереве, да, то есть. А есть там у нас еще дальше сейчас. Кстати, вот по аттестатам тоже можно... определить. Давайте я буду показывать. Да, потому буду что доставать. Раньше в документах об образовании писалось сословие человека. Так. Документ на недвижимость тоже писалось сословие человека. Угу. И пусть не говорят, что раньше аттестатов не выдавали. Выдавали. История, физика, педагогика, математика, русский язык, естественная история, география, космография, гигиен, французский язык, немецкий язык, рукоделие, чистописание, рисование, украинская литература. Вот, между да, после прочим, этого это наша бабушка, она еще работала в советское время, была заслуженным преподавателем Украины, ну, вышла в на пенсию случае, и занималась внуком. 1911 год. Так, на минутку. Держите, чтобы оно у нас с вами не попадало. Дальше. Вот это документ, который был выдан в Баку, свидетельство о рождении. Хочется же все сразу на место положить. Так, дальше. Вот так он должен выглядеть, его нужно вынять. Вот этот? Да, да, да. Достаю. То есть вот здесь должны быть гербовые печати. Свидетельство о крещении получается. Давайте вот на эту камеру, да, Жень, покажи нам, пожалуйста. Так, переворачиваем, да? Так, переворачиваем. Вот. Это наследница армянского престола, дочь князя Сибирского. И в Баку выдали такое вот свидетельство. 1935 год, 12 октября. Это все оригиналы, Ксения Николаевна. Да, вот это оригиналы. Да. Ясно. По каким еще можно документам устанавливать? Вот ведь, ну не всегда же вот такой пакет документов можно найти, можно собрать. Вы знаете, сгорели, не остались, еще не получилось. Письма, переписка. И в этой переписке указывали, ну когда обращались, тоже сословие. Или же называли там брат, тетя, дядя. Из чего можно было сделать, что они являются родственниками. То есть, или же вот открытки, когда поздравляли там с Рождеством. В родословных книгах есть информация, но вот, например, в родословных книгах нет информации о других религиях, только о православных. Поэтому очень многие сегодня, когда ищут, не могут найти своих предков, потому что кто-то был лютеранцем, кто-то был католиком, кто-то был еврейской национальности. Их не записывали в эти книги. И следы уже теряются. Да, следы теряются. Это нужно или смотреть. В Санкт-Петербурге есть архив по тому, как выдавались грамоты, и там делать запрос. И как бы узнавать свой герб и грамоту, получать копию или выписку. А еще можно, есть современный метод. Как мы а можем... ну давайте будем по-современному теперь. Когда ударим. Нету никаких документов, так, то мы уже... включаем биологически активные точки поиск. Уже какой-то прибор. Начинаю опасаться, что будет. Ничего, не бойтесь, Олечка. Да. Он абсолютно безопасный. Ой, ну давайте. Он работает на методе проверять, сопротив... проверять, как я поняла, будем. Ну, давайте на вас. Ну, давайте на мне уже, боже. Где что дворянство? Ладно, ручку отложила, сейчас билеты проверим. Отложила. Так, нам нужно заземлиться. Портрет надо не забыть. Туда, давайте, двигаюсь к вам ближе. Давайте начинаем ближе, чтобы дальше. Я вас... Вот это, железки снять надо? Мешать не буду? Нет, нет. Вам нужно взять в одну руку, да. То есть вторая, которую я буду измерять. Сейчас, минуточку. Что-то чувствую себя сейчас как-то волнительно, я бы так сказала. Ой. Так, ну, давайте. Первое, мне нужно вообще-то правое плечо. Пожалуйста. Вот у нас так диагностика выглядит.
Пожалуйста, давайте. Здесь есть много других диагностик, но мы сегодня будем работать только для того, чтобы узнать сословие. Называется диагностика благородства происхождения родовитости. Нет, Олечка, вот это плечо. Левое, это левое. Левое, левое. Поворачиваемся, берем в правую руку. Угу. Поворачиваемся. Так, а теперь или мы запоминаем. Ну, давайте. Готовы? Ну, давайте, да. Крестьяне, это хорошее тоже дело, между прочим. Хорошо, первая точка. Тройка. Маленькая, понятно. Угу. Вторая точка. Тоже троечка. Третья. Двоечка. Четвертая. Единичка. Угу. Пятая. Единичка. Шестая. Единичка. Поворачиваемся. Теперь перекладывать? Перекладываю эту штуку, пластинку. Да-да-да, во второй руке. Угу. Угу. Значит, седьмое у нас двоечка. Восьмое у нас семерка. Девятое у нас восьмерка. Десятое. О, десятое у нас 12. Одиннадцатое. Двоечка. И двенадцатое. Как-то двоечка. Так, самое большое где у нас было? 12. Не-не-не. Десятое и девятое. Да, десятое и девятое. Значит, десятое. Девятое – дворянство, жалованное служебным чином и военная аристократия. И десятое – мелкодворянская шляхетская кровь. Ну, поздравляю. Чуть-чуть. Ой, спасибо. Видите, все-таки тут вот... Тогда смотрите, на всякий случай я написала, да? Если у человека выявляется дворянское сословие, мы вручаем такую грамоту. Ничего себе! Ага. Вот. Тут, вот. Сейчас, я потом допишу десятое. Да, то есть... Хорошо. Даже 10 вот уже... Ну, спасибо вам большое. Все-таки я чувствовала. Танечка. Науку не обманешь. Я видела тебе, что тут давление мерили. Что было, Олечка? Нет, давление мне, между прочим, что не мерили. Я вот, ага. Видишь, а, можешь не почитать. Не могла пройти мимо. Да, да никак причем. А, подтверждает а принадлежность дворянскому сословию сидеть. Мудрову Ольгу Владимировну на основании прошедшего электронно-аппаратного тестирования на благородство происхождения. Да, между прочим. Так что, Саша... Может, вот со своим Оскаром распрощаться. Но мы накануне с Олечкой общались, поэтому мы как бы знаем, что у Олечки есть благородное происхождение, у нее были военные и достаточно высокого уровня, при котором давалось дворянство. Мне сказали, что у меня в роду были грузинские князья, какой-то там обедневший, обменявший на двух борзых собак и пошел род. То есть вы хотите тоже сейчас помириться? Если что, просто Олю, ну, грамоту подержу. Боярыня! Пожалуйста! Ну, я уже, мы, знаешь, вот по-свойски. Я аж зацепился, у меня микрофон. Когда человек нету никаких документов, мы делаем измерения. Если показывает, что действительно есть дворянское сословие происхождения, мы его включаем вот такой грамотной в ассоциативные члены, и дальше человек уже пишет в архивы, поднимает документы. А что, и когда... как-то кровь по-другому пульсирует, Ксения Николаевна? Уже ответственность за свой род, за всех предков а вот пошла. Как же вот можно это акупунктурой, вот это все? Есть у нас вот такая книжечка «Профайлинг». Да? Да. Мы с супругом написали. Раньше, когда в советские времена электропунктурой занимались, и это все переводили, то все, что касается души, духовной части, это было отброшено, потому что в нас был коммунизм, и душу не признавали. Все, что касается медицинских вопросов, там, какая точка отвечает за печень, какая там, за почки, за сердце, это все принялось, да, от китайской медицины. То есть, по большому счету, это то, что не вошло во все медицинские сборники. Но это существует. Набор частот абсолютно, которые соответствуют на самом деле где-то. Конечно. Да, вот он... Уже век живи, век учись, на самом деле. Есть биологически активные точки, их просто нужно знать, и в этой книжечке все эти точки расписаны. Описаны, да. То есть здесь можно определить, какая деятельность человеку подходит. То есть ну, это очень уже, много диагностик. Да. Вы знаете, когда на самом деле получаешь подобный, ну вот скажем, да, документ с мокрой печатью, между прочим, уже, я вам правду скажу, ответственность какую-то чувствую.
что хоть начинаешь? Аж как-то так думаешь, ну, на самом деле, когда люди узнают, какого они рода, у них меняется мировоззрение. Человек уже чувствует себя более ответственно, уже начинают проявляться благородные черты характера. Человек уже начинает по-другому относиться к себе, к своей жизни. Засмущали вы меня, Ксения Николаевна. Еще и принадлежу к дворянскому сословию. Ну вот это надо. Работала себе спокойно, а теперь... Ну а что делать? Чем вы нас порадуете в следующий раз? Я думаю, что в следующий раз было бы хорошо поговорить об этикете. Тем более, что вот... Ой, так хромает. История дворянского этикета. У нас будет лекция в ближайшее время в эту среду. Только не в Союзе журналистов, поскольку сейчас там временно идут ремонтные работы. А мы договорились в готеле «Мирный». По-моему, Фонтанская дорога 70-71. Ну, одесситы, наверное, знают. Да. И на первом этаже в кафе, вход бесплатный, ну, если кто-то захочет чашечку кофе, там может заказать. Присоединиться. Да, и будем говорить об этикете. Спасибо огромное, спасибо. А кто хочет вот помериться, может тоже туда подойти и можем измерить. То есть, и какого все сословия... цифры не врут. Насчет цифр, как они складываются в нашей жизни, мы поговорим буквально немножко позже с нашим... любимым гостем, который тоже уже пришел, но пока мы дадим минутку выпить ему чашечку кофе. А еще я хочу сейчас снова обратиться к жителям поселка Котовского, да и всего нашего города. Попросим сейчас нашего режиссера заново подготовить наши фотографии, которых, ну, ради которых мы сегодня, скажем так, и большую часть времени работаем. Теперь я снова говорю от первого лица. Я Марсик. Породы русская цветная болонка. Мне приблизительно 3 года от роду. Прошлой зимой оказался бездомным. Травмировал лапу, едва не погиб. В ту критическую ночь меня подобрали добрые люди, согрели, накормили, подлечили, привели в достойный вид и простерилизовали. Я очень ласковый и люблю купаться в ванне. Но, к сожалению, мои спасители по своим человеческим обстоятельствам больше не могут меня держать у себя дома. И мне очень срочно нужно найти себе новых родителей. Я очень опять боюсь оказаться бездомным, потому что погибну. Найдите меня, возьмите меня, оплачу собачьей преданностью и любовью. Жду вас. Уважаемые телезрители, номера телефонов на экранах. Не успели, если их записать, звоните нам по номеру телефона 638-638. Мы очень бы хотели, чтобы Марсик нашел свою семью. Ну а я передаю слово Татьяне. Танюш, ой, гости пришли? Да, ой, спасибо. Не вели казнить, барыня, вели слово молвить. Ну, я уже по-свойски, Танюш, мы с тобой одной крови. Багира. Да, у нас пришла наша гостья. Это Елена Ткач, тренер с пол-дэнса. И сегодня мы выясним, что же это за направление такое, какие заблуждения на этот счет и чего ждать, если мы идем заниматься. Елена, что это за искусство полданс? Полданс — это направление танца, и оно делится на 3 категории. Uh-huh. Есть полспорт, проводятся чемпионаты. В категории полспорт оценивается больше силовые трюки, стойки. Есть полуартистик. Mm-hmm. Это больше как танец, там направление танцевальное, танец в партере. И есть полэкзотик, это более для аудитории, которая хочет видеть шоу. Mm-hmm. То есть если mm-hmm. люди выступают, танцуют на публике, как бы зарабатывают этим деньги артисты. Так, а артистик, там есть костюмы? В артистике немаловажно костюмы, mm-hmm. причем даже в костюмах есть критерии, там вплоть до сантиметров расписано, где, что, какое, mm-hmm. потому что костюмы достаточно открытые. Это либо цельный купальник, ну вот как в гимнастике mm-hmm. художественной, но единственное, что максимально должны быть оголенные части тела, то есть это бока, спина, ноги особенно, руки. Так, что с этими боками делать, если их не очень хочется оголять? Да. Придется, потому что есть трюки, где задействован бок. Пилон сам по себе он хромированный, поэтому в одежде на нем очень сложно удержаться.
И много трюков делают за счет сцепления. Угу. Так скажите, а не будет ли травмы? Это что-то будет? Потертость? Травмы могут быть, могут быть синяки. Синяки это появляются у всех поначалу, потом кожа уже привыкает, и синяки перестают появляться. Дорогие друзья, если у вас появились синяки, вы не переживайте. Но если вы, конечно, не занимаетесь поло-дэнсом, то стоит как-то обратить на это внимание. Да, Елена, скажите, пожалуйста, к чему нужно подготовиться, если вы решились заняться этим видом спорта? Заняться полденсом может абсолютно любой человек. Угу. С любой физической подготовкой, весом, ростом, абсолютно без разницы. Как человек, который занимался спортом, либо пришел вот с нуля. Угу. Я ничем не занималась, пришла в полденс, очень боялась, переживала, нервничала. Но все получилось. Были какие-то отборочные, или вы как приходите, нет, как на любое нет, занятие? Это да? Как занятие, как групповые занятия вот в залах. Угу. Аэробика, это силовая нагрузка, кардио нагрузка. Причем это все вперемешку. Если в зале вам делят тренировки на силовые, угу, на кардио, то здесь все сразу. Угу. А что нужно знать, когда ты идешь в полоденс? Что ты по итогу? Это вид спорта, это вид танца, это что? Ну, каждый человек преследует какие-то свои цели, угу, приходя на занятия. Есть люди, которые, да, они хотят выступать на чемпионатах, либо они хотят танцевать, где-то работать. Либо они просто занимаются для себя как фитнес. Как фитнес. Очень многие люди приходят с тренажерного зала и говорят: боже, мы там 2-3 года занимались в тренажерном зале, и мы не знали, что может быть настолько вот такая нагрузка и настолько вот приятно уходить после занятия. Вы говорили, конкурсы. Участвовали ли вы, и как они проходят, что нужно сделать, чтобы принять участие? Я участвовала, это больше как не чемпионат, а фестиваль. Uh-huh. В Доме Павловых у нас в Одессе. Со своей коллегой в категории мы заняли призовые места. Как бы в этом году, вот недавно, моя коллега вернулась из Николаева, заняла первое место в категории полспорт. Ну, в принципе, пока что все, я больше развиваюсь как тренер. Как тренер, да. А какой возраст приходит к вам? С какого возраста можно к синякам-то приобщаться? К синякам приобщаться можно лет с 15-16, но это взрослые группы. Угу. Есть студии, которые открывают детские группы, и там специально тренер, который умеет работать с детьми, должен был зал оборудован под каждый пилон, это мат обязательно, угу, потому что дети боятся, могут не удержаться на пилоне, и ручка маленькая, они не могут обхватить. А скажите, есть ли какие-то противопоказания по здоровью, чтобы заниматься этим? Многие врачи говорят, что есть, угу, но я вот на своем примере скажу, что абсолютно нет. Проблема со спиной, вот сколиоз, это, наверное, у каждого второго человека, и у меня в том числе. Я занимаюсь, но мне, сейчас-то мне это вы помогло. Же призовое место заняли, у вас уже не должно быть сколиоза. Это есть, но мышцы спины укрепляются и не дает развиваться дальше. То есть в худшую сторону оно не идет. Какие мышцы мы прорабатываем? Когда? Мышцы верха, плечи, спина, пресс, ноги в меньшей степени, но тоже работают. Угу. Вот, кстати, да, в категории полспорт и полфитнес работает больше верх, закачивается. А в полэкзотик низ, как раз-таки ноги. А не получится, что тут сильно накачано, а тут... Это не бывает. Это нужно очень много лет работать в зале, приседать, угу, с очень большими весами, тягать, поднимать. То есть фигура, так, если девушки, фигура будет красивая, нигде ничего будет лишнего, да, и... перекачано не будет. Да. Елена, такое в завершение, я понимаю, что у наших телезрителей может появиться вопрос. Вы знаете, что часто могут сравнивать полденс с другим видом экзотических танцев. Расскажите нам, что это не так. Какие есть... Как мы оправдаем? Какие есть объяснения этому? Потому что я уверена, что такой вопрос может появиться. Самое главное различие – это обнажение. Угу. В том спорте, экзотическом, о котором мы говорим, да, там это обязательно. На соревнованиях pole dance, это дисквалификация. Даже если там где-то что-то отвалилось, отпало. Ну, я же говорю, там вплоть до сантиметров прописано вот каждый там, каждая каемочка, это низ, верх купальника. Угу.
То есть у нас в Полдэнс есть строгий критерий, мы не выйдем, мы будем в рамках дозволенного. Да, да. Для того, чтобы это был все-таки спорт. Елена, пригласите. Пригласите на занятия с полдэнсом. Обратитесь к родителям, скажите, приводите. Почему приводите детей? Почему к родителям? Ко всем. Ко можно всем. И детей, и родителей. В студии Старпол на поселке Котовского. Все, можно прийти и обрести все, что, все, что вы хотите, дорогие друзья. Занимайтесь спортом, видите разные виды, на разный вкус, на разное усмотрение. Олечка, я не знаю, занимаются ли аристократы полдэнсом, но я передаю тебе слово. Но аристократы у нас работают, поэтому я передаю работают, тебе слово. Танечка, не покладая рук, между прочим. Так что, да, ну, мы не будем об этом, потому что от работы... От гостей, которые приходят к нам в студию, мы получаем огромное удовольствие от общения, от знакомств, от той информации, которой делятся наши гости в студии с нами, с вами, уважаемые телезрители, и, как обычно, по субботам с огромным удовольствием зараз в нашей студии завідувач кафедры астропсихологии Одеського народного института людини Ян Данилович. Доброе утро, Ян Данилович. Доброе утро всем. Знаете, сегодня у нас на самом деле звездная программа. На протяжении всей программы нас радует сегодня Сашко Перединський, переможець 4-го X-фактору. І ще сьогодні на телеглядачів чекає з ним зустріч вже наприкінці програми. Тому ми видаємо нашим телеглядачам, скажімо так, дозовано, щоб цей вибух емоцій, який сьогодні є на нашому такому знімальному майданчику, не перехліснув на всі вихідні дні. А что говорят вообще звезды по этому поводу? Можно ли заранее, посмотрев карту, звездную карту, вот узнать, прочитать, станет человек этот звездой на протяжении своей жизни или как бы не старался и не получится, но идти к этому надо? Вот что звезды-то говорят? Тут хочу начать с того, на чем мы остановились в предыдущих. Да. Аристократия здесь, да, эта тема затрагивалась. Что такое аристократ в переводе с языка санскрита? Арий – это духовный человек, 100 крат. То есть 100 крат духовный человек. Вот это и есть аристократ на самом деле. Сюда входит и культура, и нравственность, и мораль, и этикет, все сюда входит. Что касается личной карты, она показывает потенциал человека, дан ему шанс или нет. А воспользуется он шансом или нет, это уже другой вопрос. Есть карта, показывает, что шансов нет. Вот, к примеру, как у Александра Суворова, полководца. У него гороскоп ужасный, он был очень слабый с детства. И по гороскопу было видно, что человек обречен в этой жизни, ничего не достигнет. Но опять-таки, все показатели были отрицательные. И тут шанс в чем? Об этом мало кто из астрологов понимает. В упертости человека. Он может эти все минусы перевернуть в плюс своим старанием. И чем он и занялся? Он занимался собой упорно, и он стал примером подражания в отношении здоровья, выносливости, силы и так далее. Какие известные люди не воспользовались тем, что им было написано на судьбе по гороскопу? Вы можете сейчас пройтись по старым улицам любого города и в подвалах встретить спившихся художников, лепщиков. Это я просто многих из них знаю. Это очень талантливые люди, и даже есть такие, которые Леонардо да Винчи не уступят по своему таланту. Но они спились, они не нашли себя, и у них не хватило терпения, воли. Знаете, очень часто говорят, меня не поняли, меня не поддержали, да. Мне не протянули руку. Так ли это? От этого ли все зависит? Или это зависит от Нет. каждого человека в отдельности? Вот тут вот мы смотрим, карта показывает, есть признаки аристократизма в человеке или нет. Если их нет, человек будет жалеть себя, и в оконцовке упадет. Если же есть признак аристократизма, а он показан несколькими точками в гороскопе у каждого, если это есть, человек все равно будет добиваться своего, он на жизнь смотрит как на игру. И поэтому он не упадет, такой человек. Вот чем отличается аристократ от простого человека? Простой человек – это на начальной стадии своей эволюции духовной, аристократ – это тот, кто заканчивает цикл своего развития в космическом плане. Если звездами не прописано на судьбе человека достичь какой-то величины, а он будет стараться, он будет работать, он может обмануть
предначертанный звездный путь, скажем так? Нет. Дело все в том, что закон кармы гласит, что любое наше действие рано или поздно принесет плод. И это может быть завтра, а может быть и через 700 лет, когда мы будем уже в другом теле. В древности Вавилон, Сирия, Израиль были пророческие школы. Там люди, у которых не было талантов, обучались астрологии для того, чтобы в следующей жизни родиться пророком и астрологом. В следующей жизни они это знали. И они знали, что в этой жизни они ничего не достигнут, они просто изучают. Но знали, что когда они умрут, переродятся, вновь реинкарнация произойдет, и он родится с талантом астролога и пророка. Как же потом-то узнать и проверить, насколько это все сбывается? Материалисты хотят себя... Поживем, увидим, Ян Данилович. Я думаю, что в следующей-то жизни мы тоже с вами встретимся, увидимся обязательно. Для духовных людей этих вопросов не существует. Даже здесь мы в студии, все, кто здесь присутствует, мы уже встречались в прошлых жизнях неоднократно. Не бывает случайностей, как Иисус говорит, даже листик с дерева не падает случайно. И раз мы встретились здесь сейчас, значит, мы расстались когда-то для того, чтобы встретиться. Чтобы продолжить наш с вами разговор, потому что каждый наш с вами разговор заканчивается не точкой, а многоточием. Потому что каждый раз есть темы, есть информация, есть знания, которыми, ну, наверное, необходимо делиться. Должен ли человек делиться своими знаниями? Потому что, ну, не каждому, скажем так, ну, с руки. Вот я знаю, я себе и оставлю, я буду этим пользоваться. А другой, если захочет, выучит. Правильно ли это опять? Что об этом говорят звезды? Обращаются ли люди к вам в вашей практике с подобным? Конечно. Человек сам по себе космический проводник. Мы не рождаем мысли, мы их пропускаем через себя. Если мы начинаем их тормозить, мы перекрываем поток сверху для своей сущности, для своего развития. Поэтому все, что нам дается сверху, не надо присваивать себе, а надо делиться с окружающими. Но с теми, кому это действительно надо. Кто этого хочет? Ну и кому это надо. Хотеть многие, многие хотят стать миллионерами. На самом деле это да, понятия это абсолютно разные. Но не каждому дано. Давайте послушаем наших телезрителей. Доброе утро! Доброе утро, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Доброе утро, студия. Я хочу выразить свою благодарность Яну Даниловичу. Он мне очень помог в этой жизни. И я соглашаюсь полностью с ним, что люди встречаются в следующей жизни. И также вот мы с прекрасным человеком Яном Даниловичем встретились у него на приеме. Ян Данилович, огромная вам благодарность от меня, от моей семьи, что вы очень помогли разобраться в наших всех невзгодах. И огромная благодарность вам. Спасибо вам, что вы несете добро и благо людям. Дай Бог вам здоровья. Спасибо огромное вам. И спасибо. Обязательно смотрим каждую передачу в субботу на Одесском государственном телевидении, а также на телеканале А1. Спасибо. Благодарю вас за все. До свидания. Спасибо. Ян Данилович, приятно получать подобные телефонные звонки. Не потому что, и по той простой причине, что люди приятные, слава говорят, а еще вдвойне приятнее то, что на самом деле то, что даете людям вы, оно помогает, направляет, корректирует. И хочется узнать, вот расскажите, если есть такая возможность, буквально такие вот, которые случаи вам запомнились за последнее время? Случаев каждый день очень много, и я не считаю, что я даю знания или помогаю, я просто делюсь знаниями. У меня нет такого слова, как клиент, у меня есть слово посетитель. И с половиной из тех людей, которые ко мне приходят на прием, у нас завязываются дружеские отношения впоследствии. И мы потом празднуем определенные праздники, встречаемся и так далее. Поэтому каждый человек через себя проводит, пропускает информацию, которую он может воспринять, и это уже зависит от духовности человека. Кто-то пропускает информацию низких частот, кто-то более высоких частот. Это зависит от духовного уровня уже человека. И этим сказываются и наши притяжения, притягивается подобное к подобному. Если человек на высоких частотах воспринимает информацию, то есть более духовного уровня, к нему тянутся такие люди. Вот у меня сколько посетителей приходит, я вам скажу, но как-то приходят все время очень хорошие люди. Вот и я вот за много лет своей практики, я не встречал, чтобы пришел какой-то негодяй ко мне почему-то. Хотя они же где-то же есть негодяи. А знаете, как говорят, а были ли случаи
сложные в вопросе разрешения? Практически каждый случай сложный, потому что каждая судьба – это действительно судьба, включающая в себя множество факторов. И поэтому люди и обращаются, чтобы разобрать ситуацию. Человек сидит, не понимает, что делать, почему это происходит, умирают близкие, выгоняют с работы, появляются долги, болезни проявляются и так далее. Человек приходит, мы раскрываем эту ситуацию, почему это происходит и что надо сделать, чтобы это прекратилось. И все. Вот это суть этой работы. Это ритуально-корректирующая система. Потом Волкета. Приходят, говорят, что да, вы говорили, что через 2-3 года что-то поменяется. Я вам не верил. Ну вот прошло 2-3 года, я пришел, оно таки случилось так, как вы сказали, так как вы прочитали, как вы прочли по карте, которую вы посмотрели, которую вы открыли. Приходят такие люди? Такое частенько встречается, ну, в таком плане. Звонят или приходят при встрече, говорят, да, вот вы говорили, сначала я засомневался, что такое может быть. Вот приходила женщина, говорит, я хочу на себя и на мужа посмотреть. Посмотреть, да? Да, пожалуйста. Я говорю, вы поменяете место жительства в ближайшие 2 года, а муж в следующие 2 года. Она, ну как, мы живем вместе. Я говорю, ну вот так показывает карта. Проходит тут 5 лет, мы опять встретились, она уже с другим мужем. Ну вот и говорит. Поменяла таки и место жительства, да, тоже. Ну тут еще ж очень зависит сама личность астролога, еще очень много о многом говорит. Вот как я уже, может, рассказывал, как царю приснился сон, что у него все зубы выпали. Он пригласил своего астролога старшего и говорит, расшифруй. Он говорит, у вас сейчас все один за одним родственники умрут. Он говорит, отрезать голову этому астрологу. Говорит, позовите его зама. Приходит зам, говорит, а ну ты расшифруй. Тот говорит, отличный сон, вы переживете всех. Смотря как подать информацию. Информация та же, но тут очень важно чувство такта у астролога. Астропсихолог, он должен быть не только астрологом, он и психолог, и медик. Раньше вот Абу ибн Сина, основатель медицины, это был астролог-медик. Омар Хайям был астролог-медик и как поэт стал после смерти признан. И кого вы не возьмите из древних сегодня астрологов. Сегодня ему 987 лет исполнилось, мы сегодня о нем говорили. Нострадамус тоже медик. Медицина и астрология – это неотъемлемые часть, это одна наука. Ее, да, и физика с математикой, Ян Данилович. Сюда входит и физика, математика, химия, психология, парапсихология. Это обязательно все сюда входит. Знание священных писаний обязательно должно быть. Поэтому если кто-то прошел там 2-3 месяца курса астролога и думает, что он астролог, это, я считаю, что это только начало, первый шаг. А вообще 10 лет надо изучать, как минимум, эту науку. Ну и практика должна быть, не только теория. Теории с практикой. У вас есть ученики? В каждом городе практически есть. Но они еще учатся. Работают, уже практикуют там некоторые аспекты. Там предсказательная часть, допустим, коррекцию я не разрешаю делать, потому что это очень ответственно. Согласна. Советуются, когда что-то не получается. А я думаю, не получается еще очень много у них. Да. Конечно. А возрастная категория мужчины, женщины, можете ли вы, глядя на карту, опять-таки, данного человека, открыв ее, увидеть, сможет он стать астрологом или не сможет? Ну, конечно, это сразу. Мы же в прошлый раз, по-моему, да, говорили. Да. Эра Водолея. Да? У кого выделен знак Водолея, это потенциальный астролог. Но там надо смотреть еще некоторые нюансы. У кого Водолея вообще в упадке, лучше заниматься другой деятельностью. Не тратить зря время, скажем так. Ну или как хобби для себя изучать, но оно не будет даваться просто. Ян Данилович, буквально пару минут остается общаться. Вы знаете, пролистывая социальные сети, я увидела сегодня утром, что с 20 по 22 число какие-то сложные дни, Меркурий, не знаю, в обратную сторону планеты идут. Так ли это, что они могут за собой повлечь, как себя вести в эти дни? Тут в зависимости от того, вот у вас, допустим, в карте свой Меркурий не ретроградный, а сейчас он ретроградный, тогда он вам сейчас даст задержки во всем, что связано с коммуникабельностью, и там надо смотреть еще, в каком доме он лучше находится. Лучше отдохнуть в эти да, дни. Но если он у вас при рождении в карте показан ретроградным, и сейчас он ретроградный идет, тогда наоборот для вас это прорыв. Поэтому тут все очень индивидуально, для всех нельзя давать прогноз. Обобщать, да? Вот эти журналы и газеты, которые, это настолько обобщенно, что даже смысла и не будем о них говорить тогда. Да. Вы пока никуда не уезжаете, принимаете еще? Пока нет. Мы сейчас, ученик мой приехал, он сейчас организовывает набор группы опять по УШУ, дыхательно-оздоровительный формат.
Он в том году проводил в парке Шевченко тренировки разных возрастных категорий. Два раза или три раза в неделю. Вот он сейчас в воскресенье ко мне приедет, мы будем этот вопрос с ним обговаривать, чтобы это было доступно как можно большим людям. И принесло. Я вот позапрошлой передаче показывал основы дыхательной гимнастики, цигун. Все дышат подряд. А уже звонили, дома? Уже звонили и уточняли, как правильно встать там и так далее. Значит, в следующей программе мы продолжим наше обучение. Дай бог, может, если не уедет ваш ученик, встретимся с ним. Вот. Спасибо огромное. Ну, а сейчас хочу вернуться к начале нашей программы, к 8 утра, когда наши телезрители по привычке ожидали встречи с нашими шеф-поварами. Но обычно они к нам в гости приходят, а сегодня мы к ним в гости отправили нашу Аню. Она там побыла, посмотрела, что там происходит, сейчас вернулась, и, ну, я все-таки надеюсь, что она нам расскажет, что происходит там у Михаила Сосновских-то. Ань, что там, как дела? Да, я действительно побывала на грандиозном мастер-классе. Очень интересные, насыщенные. Приехали шеф-повара из Львова, а подробнее я сделала специально для вас, дорогие телезрители, видеосюжет. Восемнадцатого мая Ассоциация шеф-поваров Одессы устроила грандиозное событие, а именно мастер-класс от лучших поваров из Западной Ассоциации шеф-поваров Украины для гурманов и профессионалов кулинарного искусства. Мы являемся организаторами этого мастер-класса. Мы, это как бы, как у нас в Одессе говорят, ответочка, да. А мы ездили, ребята нас первые пригласили на Западную Украину, мы показали там великолепный мастер-класс, всем понравилось, вот, и мы решили сделать тоже мастер-класс ребят Западной Украины у нас теперь в Одессе. Ребята из Западной ассоциации шеф-поваров делились опытом приготовления блюд украинской кухни, возрождали традиции забытых рецептов старославянской кухни, используя локальные продукты. В Украине очень стремительно растет спрос на украинскую кухню. Это модно не только, в принципе, в Украине, в Европе, в мире. Сейчас ведущие шеф-повара мира готовят из локальных продуктов. Поэтому этот мастер-класс очень современен для Одессы. Мы собираем вот такие мастер-классы для того, чтобы повышать уровень шефов, просто поваров в Одессе, для того, чтобы немножко ознакомить вот с основными тенденциями мировой индустрии кулинарии. Не каждый повар может оплачивать дорогие мастер-классы за границей. Каждый шеф презентовал по два блюда, которые можно было не только увидеть, но и попробовать. На мастер-классе были представлены такие блюда, как запеченный корень сельдерея, дикий заяц, тыква, перепелка с чесночным соусом и многое другое. Смажуємо телячу грудинку, обсмажуємо корнеплоди, морква, селера, цибуля з додаванням просто болгарського перцю, томатів і чорнослива. Зараз він додає сюди пиво темне, він якраз його випроване до половини об'єма і трошки з додаванням цукру. Зараз він це все пиво додає, і свіже пиво, і пиво, яке він випаровував. Все це додає часник, все це зараз йде в гарбуз. Увидели мы и интересный рецепт дичи томленого зайца с грибами и сухими дикими фруктами. Также нам удалось пообщаться с президентом Западной ассоциации Сушко Евгением, который поделился с нами своими профессиональными советами и даже рассказал о своем любимом блюде. Коли приїжджають гості до Львова, їх треба чимось здивувати. Не завжди здивуєш фуагрою чи креветками. Їх треба здивувати просто смачною нашими традиційними стравами, але вже поданий на сучасний маневр. І, скажімо, вони можуть більше дістати задоволення, чим від, скажімо, заморських продуктів. Яка ваша улюблена страва? Яка моя улюблена страва? О, знаю, точно. Сирники. Звичайні сирники зі сметаною з домашнього сиру. Власного приготування, звісно. Ні, дружини або тещі. Ні, сирники або моєї тещі, або моєї дружини. Я їх дуже люблю. Сам я сирники не готую, тому що люблю, щоб мені на сніданок їх приготувала дружина. І я цьому радію. Мастер-клас проводився по Одесі в прекрасному отелі і ресторані «Портофіно» на берегу Чорного моря.
Что ж, у моря мы уже побывали, и сейчас самое время узнать, как провести свои выходные. Может быть, пойти в театр, а может быть, в кино. И еще... Бабли-бабли. Бабли-бабли. Set it! You see that girl with the big tic-tac, if you give me the, head to the floor, girl, give me the, bend over, girl, and give me the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and give me the, top wine, girl, and give me the, body look fine, girl, give me the, coming out, waste some time, girl, give me the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Єдина принцеса Рус, колючі і палка, слова кохання говорив тобі я, але навіщо ті слова, якщо не відчуваєш мого серця биття. Пісні писав, кохання розчинявся, ти сказала, ми просто друзі. Ми просто друзі, люблю тебе, як квітка сонця. Тянусь до тебе, як лоза, чекаю я, фортеці раю на тебе, душа моя, бо ти мій світ, моє повітря, і хай би ще там не було, кохання моє, до тебе вічна душа моя, це ти є. Всім посміхаюсь, але без тебе все не те. А посмішка – це просто маска, і що робити, не знаю вже. Ти проходиш повз, навіть не посміхнеся, серце аж на крик рветься. Пісню писав, кохання розчинявся, ти сказала, люблю тебе, як квітка сонця. Тянусь до тебе, як лоза, чекаю я, фортеці раю на тебе, душа моя, ти мій світ, моє повітря, і хай би що там не було, кохання моє, до тебе вічна душа моя, це ти є. Солнце.
серце тянусь до тебе, як лоза, чекаю я, фортеці раю на тебе, душа моя. Ти мій світ, моє повітря, і хай би що там не було, кохання моє, до тебе вічно, душа моя, це ти є. Це ти є. Це ти є.